День, дорогие друзья, подписчики, все, кто смотрит мой канал. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как я делаю видео в Google Фото. Кстати, даже специально это видео снимаю для дружественного канала Серёгины рассветы. Серёж, я только сейчас нашла твой ответ, комментарий. Ты спрашивал, как я делаю эти видео в Google. Прямо в Google, да. Я захожу вот в эти фото. Так что, Сережа, это для тебя, ну и для всех моих подписчиков. Итак, в Google сохраняются все мои фото, видео. Вот. Я захожу в ассистент. Вот я нажимаю ассистент. Теперь я нажимаю фильм. И на вот этот плюсик создать фильм. Я сейчас выберу, ну, вроде бы, вот, например, вот эти вот. Я снимала, как распускаются цветы у нас уже, подснежники. Вот. Итак, начинаем. Раз, два. Добавляю я все вот эти вот видео. И нажимаю «Создать». Итак, идет подготовка файлов. Создается фильм. Google создает для меня этот фильм. Видите, как быстренько. Раз, раз, раз он создал. Давайте посмотрим, что получилось. Короче, музыку он сам подбирает. Но музыку можно поменять. И вы знаете, довольно-таки интересный выбор музыки. Если хотите добавить еще, добавить фото или видео, также нажимаете «Добавить» и выбираете. Например, вот это видео еще добавить, да? Скачивается. Выскакивает сообщение, надо было убрать. Ничего страшного. Так. Вот так. Здесь я снимала немножко раньше видео. Вот так помогает ассистент в Гугле. Помогает нам создавать фильмы. Кстати, свой новый трейлер я тоже здесь создавала. Так, вот что получилось. Получился фильм, да? Заходим и выбираем музыка на сервере. Можно выбрать вместо этой музыки любую другую. Вот здесь вот драматическая, электронная, меланхоличная, энергичная, танцевальная. Ну, это тоже вам всем знакомая музыка, да? Вот такая еще музыка. Давайте ее возьмем. Нажимаем. Опять скачивается все. И слушаем теперь. Вот, посмотрите, все это я загрузила, да? Такие. Ну, это я напоследок сниму вам. И голос мой слышно хорошо. Показать. После того, как мы все вот эти добавили видео или фото. Улитку хочешь забрать? Еще раз всем спасибо за просмотр.
Всем пока. Теперь мы берем, сохраняем, сохранить нажимаем. Довольно-таки быстро он сохраняется. И мы этот фильм можем найти именно в альбомах. Вот нажимаем на альбомы. Смотрите. И наш фильм сохранился. Так, сейчас я вам покажу. Вот здесь фильмы нажимаем, переходим. Вот наш сохраненный фильм. Вот он. Опять перескочила. Так. Ну, нужно подождать, наверное, немножечко. Короче, вот это фильм уже сохраненный. Мы можем поделиться этим фильмом. Вот здесь вот, видите, три. Нажимаем три точечки. И потом нажимаем на YouTube. Вот, пожалуйста. Пишем заголовок. Пишем описание. И отправляем. Я сейчас не буду отправлять, потому что я просто, ну, как говорится, показала, как это сделать, как монтируется в Гугле фильмы. Вот таким образом. Я не буду пока. Я просто вам показала, каким образом можно в ассистенте сделать фильмы. Вот. Всем, кому пригодилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.